пари матч және про хоккей лигасы жеңіске қуатталған. Мы снова на Ледовом дворце, в Ледовом дворце Михаила Доспановой. Вашему вниманию обзор о матче между командами ЖАЗ Батар и Ястребы, который начался именно с вот этого вот раннего взятия ворот стороны Шелехова, после которого пришлось прибегнуть к видеоповтору, но шайба была засчитана, после чего, долго не ожидая, Шелехов забрасывает еще одну шайбу после вот такой вот ошибки всей защиты команды ЖАЗ Батар. Шестаков, как и в вчерашнем матче, был достаточно полезен для своей команды. Раз за разом спасал свою команду, даже, может быть, посредством и вот таких моментов. Но сквозь Шестакова сегодня прошло только две шайбы, что, безусловно, помогло команде. Несмотря на это, Шазбатар имел очень много возможностей, очень опасно атаковал, может быть, не так часто, как соперник, но на вот такие вот голы наиграли очень даже здорово игроки ЖАЗ Батыра. Счет голам ЖАЗ Батыра открыл как раз таки Арман Садыков, забросив шайбу в верхний угол. Ну а вот так забрасывалась третья шайба Ястребов. Уже в третьем периоде сделал это Сауриков Адильхан, но в ответ на эту шайбу очень быстро забросили шайбу уже ЖАЗ Батыровцы. Олехвер очень вовремя оказался в нужный момент. Но радости ЖАЗ Батыра было достаточно мало, так как вот таким вот образом залетела еще одна шайба в ворота Данила Фанайлова. Стыков в третьем периоде было очень много, было очень много руганий, остановок, но тем не менее все обошлось без каких-либо драк. Ну а точку в игре поставил капитан Батыр Маркабаев, который раз за разом спасал свою команду. Статистика. После сегодняшней игры ЖАЗ Батыр Ястребы по броскам по воротам 30-27 в пользу ЖАЗ Батыра, по выверенным брасываниям 32-25. Три шайбы забросили подопечные Пелевина в большинстве, подопечные же Дерябина забросили всего одну в большинстве, ну, по штрафному времени 16-10 соответственно. Вот так вот выглядят цифры после сегодняшней замечательнейшей игры, после замечательнейшей серии между этими двумя западными командами. ЖАЗ Батыр 2, Ястребы 5. Желаем удачи еще раз Ястребам в дальнейшем. ЖАЗ Батыр поздравляем с замечательным сезоном. С вами были дуэт комментаторов Азамат Токмурдиев и мой коллега Ернур Дюсингазе. До скорых встреч, дорогие друзья. Пока-пока.